Сегодня рано утром, дорогие зрители, наша любимая российская актриса Татьяна Кравченко сообщила всей стране о печальной новости. Оказывается, этой ночью в страшную аварию попала российская актриса Алена Бабенко. На данный момент, как сообщает нам Татьяна Кравченко, Алена Бабенко находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики спасают ей жизнь. Почему об этом до сих пор не показали по телевидению, пока никто не знает, об этом даже никто не рассказывает в интернете. Многие предполагают то, что родственники пытаются скрыть эту информацию от общественности. Мы следим на данный момент за развитием событий вокруг Алены Бабенко, будем надеяться, что все пройдет хорошо. Долгие годы сама актриса Алена Бабенко находится на сцене. Она снимается в наших любимых фильмах и сериалах. Также она очень долго выступает в театре. До скорых встреч, друзья! Берегите себя, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Только таким способом вы сможете получить уведомление о том, что у нас на канале появился свежий выпуск. Берегите себя, своих родных и близких, друзья, и удачи вам в жизни!